Пока мы, наверное, выполним сразу это задание. Я передумал, думаю. Сену быстрее меня найдет корабль с ярким парусом. Взять другое, а потом это выполнить. Ну, первый канал как раз на наш уровень. Я хочу посмотреть, как выглядит. С одним уровнем. И второе, это то, что оно на время, насколько я понял. Я не уверен. Пропадет ли оно, если я просто его не выполню сейчас. Но все-таки лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Очень далеко, ладно. О, а это что такое? Дороги! Давайте быстренько зайдем, посмотрим, что там. Написано, что он сидит в заключении, поэтому давайте. Скорее всего, это какой-то тигр в клетке. Или лед. Скорее всего, лед. Видят, сразу накинутся. При червя! Я забрал шкуры, это все, что меня интересовало на самом деле. Немного немного мешает этот туман, когда он появляется вместе с луком. Не то чтобы сильно, но есть такое, что не очень удобно. Но это такое уже. Можно, конечно, сесть на верблюда, но легче напрямик пробежать, чем вызывать верблюда и все остальное. Скорее бы уже свернуть шею этой мерзкой девке ковид. Забрался на мой корабль!
Не приближайся ко мне! Теперь ковид отмщена. Ее ярость утихнет. Как-то даже слишком просто, честно говоря. Я задание ж выполнил уже, все, да? Так, и теперь Сона Пепля. Ну, я не уверен, нужно ли его выполнять в принципе, потому что 21 уровень. Вряд ли я знаю, что-то полезное. Вещей, подобие вот этих вот маленьких, набери, собери, свитки. Все остальные эти задания, которые на самом деле выполнять не особо хочется. Чисто потому, что дохрена их очень. Так, давай. 200 метров до этого задания. Так, и... Да твою мать, вы издеваетесь? Где вход в этот шатер мудрости? Ну? Там серьезно, что ли? Как войти? Боже, я понял, кто это. Я готов поговорить о сне. Конечно, избавитель. Но сперва помоги мне. Как? Я вижу опасность. Тучи сгустились над тремя несчастными. Путешественнику, распутнице и попрошайке грозит беда. Что я должен сделать? Дай каждому амулет, что защитит их от тьмы. Первого... Ищи у великого храма. Второго к востоку от него. Третьего в туннелях, что проходят под ним. Я буду ждать на пристани, неподалеку от великого храма. Ладно, давайте его тоже выполним. И на этом распрощаемся с... Вернемся к другим заданиям. Да, я угадаю, мне нужно будет убить кого-то. No one gives an effort.
Зададим им жару. Это мы можем. Блин, а он не двигается. Ладно. Меня не должны здесь заметить. Знаешь, провидца? Ты от него! Хвала богам! Готов к бою, Миджай? Готов. Готов. Вот и все. Свобода! Пошли прочь с дороги! Мы сильнее! Прикройте меня! У нас неприятности! Держимся вместе! Линию! Обе их! Я дам сигнал! Ты будешь страдать за это! Полетел! Ты неплохой боец. Стараюсь. В первый раз застали врасплох. Провидец передал тебе амулет. Он защитит тебя. Детей я им не накормлю. Я сделал для тебя все, что мог. Дальше справляйся сам. Прости за грубость. Ты рисковал жизнью, спасая меня. Если я погибну, моя семья не сможет прожить. Не влезай больше. Хабри? Так, видели дальше. 290 метров. Симба ау. Тут еще задание мелкого торговца, в принципе, тоже неплохое. Можно попробовать взять его. Может, он что-нибудь полезное выдаст. Зайти. Ага. Вот ты где. Провидец говорил о туннелях. Я на верном пути. Я прям счастлив. Так. Ну и... Сдохни ты! Сдохни!
Прекратите погоню! Вот ты где! Так, ждем, когда перегорит. Главное, я надеюсь, что я не убил кого-то из тех, кого мне нужно было спасти. Так. А тут что? Я пришел слишком поздно. Он сейчас в мире духов. Ну-ну. Пусть амулет хранит его Ка. Что-то интересное, или мне в принципе есть смысл тут бегать в этих катакомбах? Я была бы рада пойти сама, но я вряд ли смогу. Да. Ничего страшного. Я помогу. Так, и далеко тебя нести? Прости, но мне нечем отблагодарить тебя. Награды я не ищу. Вот амулет от провидца. Он знал, что тебе что-то угрожает. Зачем мне эта безделушка? Просто возьми его и покончим с этим. Ладно, может быть, он понравится моей маме. Я отдал все три амулета. Надо вернуться к провидцу. Класс. Живо с дороги! Спасайся! Еще к этому провидцу грёбаному. Прочь! Прочь! Что такое? Ну да ладно. Нужно, кстати,
продать, разобрать всякое барахло, которое у меня накопилось. И посмотреть, может, я могу улучшение для какого-нибудь предмета сделать. Было бы неплохо. Так. Ты доставил все амулеты? Да. Но один я принес слишком поздно. Кому? Страннику. Его укусила змея, он умер от яда. Это горькая весть. И все же свой долг ты исполнил. Благословенные воды Нила омывают священный остров. Только там я сорву покров тайны, что стоит за твоими кошмарами. Теперь расскажи мне, что ты видел? Я вижу одно и то же. Каждую ночь, весь этот дом. Бушует песчаная буря. Я поднимаюсь, а затем иду по разрушенной галерее в зал правосудия. Там мой двойник кладет сердце из черного камня на чашу весов Маа. Затем меня атакует бог змей, Апоп. Он выше, чем горы. Избавитель, хочешь изгнать проклятие, что отравляет твой сон? Есть ритуал, что навсегда освободит твой разум. Прикольно. Да. Давай. Я готов. Войди в южные воды и достань статую Хнума из затонувшего храма Рамзеса. Воплощение великого гончара Хнума поможет нам провести ритуал. Я прям счастлив, блин. Статуя. Отнесу ее провидцу. Идем к провидцу. Зря я, наверное, выбросил свою лодочку. Она...
интересно, кто его убил. Ладно. Так. Вот статуя. Хнум, создатель людей. Он убьет Апопа за тебя. Здесь нужна сила твоего разума. Сядь рядом со мной и погрузись в медитацию. Я помогу. Прости, свет. Иди к нам, свет. Поднимись, великий свет. О, свет, блуждающий во тьме, появись! О, темнота, окинь его глаза! О, всевидящий, верни ему свет! О, Апоп, что бродит во тьме хаоса, уйди прочь! Вода отступит, появись пред нами! Так. А когда настанет время, прими его на свой священный корабль. Кнум, стань за ним и будь ему защитой. Я уже не помню этот навык. А, где там навыки? Убийство, метка. А, М. Удерживайте М. Я уже забыл, что у меня есть такой навык. Где провидец? Как он покинул остров? Так, как? На корабле, блин. Вот его стырил. Ладно. Не столь важно, мы можем создать предмет. Это меня интересует больше. О, нагрудник. А давайте сделаем. Все, следующая стадия будет уже одно из последних, три штуки осталось, и тогда сможем уже закончить с этим всем. Шикарно. Так, у нас есть одно очко, но мы его тратить не будем. Жрец свалил. Типа помог нам и свалил. Я не уверен, что он нам помог на самом деле. Но он свалил уже. Я вижу, он близко лодочку к ней подплыл. Это быстрее, чем он подплыл просто на территорию. На с этим заданием справились, мы сделали все, что хотели. Теперь осталось только
посмотреть, что тут по заданиям, в принципе, осталось. Только задание от пропавшего рабочего, ну, я не хочу его выполнять. Не очень, по крайней мере. Ну, и можно двигать уже в эту сторону, к этим заданиям. Тут есть матриархат. И у меня есть еще пара заданий, которые я вроде как должен был выполнить, но не выполнил. Да, вот союз мятежников и весы крокодила я должен выполнить. Но это все будет уже позже. Прекрасно. Это мы все выполним позже. И уже в следующий раз.